Жил да был в одном кабинете один руководитель. И всем-то он был хорош, и исполнительный, и дисциплинированный, и не любил выставлять свое личное «я», и все вопросы любил решать согласованно. И завелись у него в кабинете мыши. И как только завелись, так сразу же начали грызть письменный стол. Огорчился руководитель, решил купить кошку. Сказано, сделано. Написал непосредственному начальнику, так, мол, и так. Едят мыши государственное имущество, съели уже на 10%. Разрешите купить одну штуку кошки на сумму в 30 копеек. Написал и получил ответ. Покупайте, если хотите. Что значит, если хотите? Я лично ничего не хочу. И написал в местное управление. Так, мол, и так. Едят мыши государственное имущество. Съели уже на 20%. Разрешите купить одну штуку кошки на сумму в 30 копеек. И получил ответ. Покупайте, если нужно. Что значит нужно? Мыши-то едят не мое имущество, государственное. Вот безобразие. И решил руководитель. Ай, была не была. И написал в главное управление. А пока он писал и ждал ответа, мыши письменный стол догрызли и принялись за самого руководителя. И вот тут он подумал. Зря я затеял всю эту бумажную волокиту. Куда проще было вынуть из своего кармана 30 копеек, пойти самому и купить бланк фототелеграммы, послать прямо в Совет Министров. Ну, я не знаю, может быть, кому-нибудь из вас и жаль этого руководителя. Действительно, сколько можно нянчиться с такими людьми? А мы ведь нянчимся, носим их на руках. Ну, правда, у каждого человека есть такой период в жизни, когда с ним надо нянчиться, когда его надо носить на руках. Это самый ранний период в человеческой жизни. Но мы вот часто не обращаем внимания, кому мы доверяем нянчить наших детей и кому мы доверяем носить их на руках. Я не знаю, как у вас, а у нас в Ленинграде нянька – это проблема, а детские ясли – это большая проблема. Хотите в этом убедиться? Пожалуйста.